刚站在青春的起跑线，有的人已走远，挥挥手我们相约在终点见。同样看过春夏秋冬的眼，同样怕你的脸，只是中间隔了几十年，相看两不厌。这不能停下的脚步，配合这一分钟六十秒的速度，这不曾停下的心跳啊，在人生起伏中共度，被岁月拉长的孤独，感谢你默默的付出。人生啊，我们都是初来乍到的一生，感情啊，我们都是一直单结的好梦。家人啊，我们都是义无反顾的簇拥。幸福啊，我们都是抱团取暖。Я говорила тебе, что заниматься семейными делами непросто. Я выбрала свой путь. Я это заслужила. Что ж, сдаешься сейчас, это на тебя не похоже. Тетя Хуэй. Если бы... Моя бабушка столкнулась с этим, что бы она сделала? Лучше не говорить тебе, что бы она сделала. Не просто быть как она, вы с ней разного возраста. Но у тебя есть преимущество. Ты молода и менее опытна. И не попадешься в ловушку опыта. Правильно или нет, узнаешь в будущем. Снова не будешь отвечать? Я не смею сказать ему. Боюсь, он обвинит меня. Этот беспорядок вызван твоей заботой, ответь ему. Что касается меня, я вернусь позже. Ответь. Алло. Почему не ответила на мое сообщение? Говорю тебе. Я была немного занята. Умолять меня бесполезно. Хватит извиняться. Если вы еще раз не ответите на мое сообщение, я отчитаю вас. Что? Верно. Я отчитывал своего коллегу. Меня угнетает не получать от тебя новостей. Тебе наплевать на меня? Я хочу тебе кое-что сказать. Не сердись после того, как услышишь. Я тебе не нравлюсь? Да нет. Значит, я тебе нравлюсь. Я знал это. Да я серьезно. Отлично, продолжай. Твой отец приходил. Сан-Шуан. Сан-Шуан. Он искал моего дедушку? Ничего, если они не встретились. Я знаю, что это его вина. Но на этот раз он раскаялся. Ты же знаешь, что он хорошо играет. В любом случае, не позволяй ему обмануть себя. Обязательно так отзываться о своем отце. Перестань, он пришел забрать деньги моего дедушки. Я так не думаю, он ничего не сказал твоему дедушке о деньгах. Он купил ему много вещей. На этот раз у него новые уловки? Не разбив яиц, яичницы не приготовишь. Он правда хочет получить деньги моего дедушки. Ты издеваешься? У него машина Бенц.
Вещи, которые он покупает, стоят около 1000 юаней. Какой трюк он придумал на этот раз? В любом случае, пока он не встретится с ним, все будет в порядке. Они уже видели друг друга? Да. Как ты... Ты ему помогла? Да. Ну почему ты такая зануда? Разве это не для дедушки Гои? Неприятность для меня? Ты знаешь... Алло! Алло! Почему он отключается? Боже мой, она неправильно поймет. Давайте выпьем. Давайте вместе разбогатеем. Я угощу вас в следующий раз. Осторожно. Будьте осторожны, Босго. Помедленнее. 1, 2. Босго, мы столько выпили, но сами не сможем вести машину. Он прав. Вам нужно нанять личного водителя Диди. Вы знаете, как сэкономить на черный день. Базинга! Давайте! Личный водитель? Личный водитель! Извините, господин, это вы наняли личного водителя? Вот мое удостоверение личности. Диди такси? Да? Нет, это найм личного водителя Диди. Диди такси? Господин, это найм личного водителя Диди. Диди такси! Вот ключ. Хорошая машина. Господин, вот ваша машина. Дорогая. Вот. У мужчины должна быть хорошая машина. Да. Брат, вы в порядке? Вы так много выпили. Почему вы сплевываете кровь? Думаю, у него гастрорагия. Ему нужна компьютерная томография. Кем вы ему приходитесь? Никем. Я его назначенный водитель. О его положении сложно сказать. Если это вызвано циррозом печени, ему грозит опасность. Нужно рассказать его семье. Просыпайтесь! Господин, дайте, пожалуйста, номер вашей семьи. Не пугайте меня! Господин! Господин! Господин, кому мне позвонить? Попробуйте один за другим, скорее. Зол на меня. Я не прощу тебя, даже если будешь плакать и умолять меня. Позвони и извинись передо мной через 3 секунды. Готьелин. Здравствуйте, господин Го. Я его назначенный водитель. Я звонил вам только что. Он в палате. Доктор, как он? Вы его семья? Нет, его друг. Вы можете решить за него? Это серьезно? Я не знаю, пока КТ не будет готово. Что ж, сначала оплатите комиссию, а я организую компьютерную томографию. Готьелин, вот отчет. С его печенью все в порядке. Это вызвано язвой желудка. Это хорошие новости. Хорошо. Спасибо, доктор. Сегодня он должен находиться в отделении неотложной помощи. Вам все еще нужно связаться с его семьей. Друг это друг. Вы не можете заменить его семью.
На этот раз он придумал новые уловки. Он лишь пытается получить деньги моего дедушки. Водительское удостоверение. Готье Лин. Ты взрослый человек, но почему всегда доставляешь беспокойство другим? Папа? Зачем ты пришел? Гастрораги из-за выпивки. Если бы не помощь и забота директора Е прошлой ночью, ты был бы уже мертв. Дедушка Го, вы больны? Почему вы так долго лежите на кровати? Я в порядке. Просто не хочу его видеть. Господин Го, вы проснулись? Когда он приехал? Я провела здесь всю ночь. И позвонила ему, когда решила, что он проснулся. Хотя он кажется спокойным, на самом деле он очень беспокоится о том, что вы не завтракали. Дедушка Го, я оставлю еду на столе, не забудьте поесть. Мне нужно найти врача. Понятно. Папа? Папа, хочешь отвар? Оставайся в постели, не вставай. Давай я почищу тебе вареное яйцо, хорошо? Ну же. Хватит. В любом случае, спасибо за твою доброту. Да уж, какой редкий шанс. Я хотел служить тебе вот так несколько лет. Не льсти мне. Старый дом на месте, но ты ни разу не вернулся. Ты всегда учил меня быть амбициозным с детства. Верно? Без успеха нет возврата. Так это моя вина, да? Нет, это моя вина. Я был слишком глуп, чтобы добиться успеха за короткое время. Верно? Ты чуть не умер. Это твой успех. Ты не знаешь, что обеденный стол – поле битвы? Успех зависит от способности выпивать, поэтому как мне не пить с моими клиентами? Не думай, что мы с Аньшуаном будем ухаживать за тобой. Ну, перестань. Ты мой отец, а он мой единственный сын. Ты... бросишь меня? Если я попаду в беду, открой свой рот. Директор Е купила специально для тебя. Попробуй немного. Ну давай же. Директор Е, пожалуйста, позаботьтесь о моем отце. Не волнуйтесь, я верну его. Папа, могу я навестить тебя потом? Спроси себя, не меня. Директор Е, пойдемте. Возвращайтесь и отдохните. Хорошо. Папа,
Береги себя. Дедушка Го, вы плачете? Думаю, в моем глазу песчинка. Ладно, в автобусе столько песка. Мой сын. Я помогу ему, если найду его. Если нет, будь как будет. Будет ли у него еда и дом? Решать ему самому. Самое противное, что он обременяет не только меня, но и Сэйшуана тоже. Почему Сэйшуан так его ненавидит? В чем причина? У мамы Сэйшуана всегда было слабое здоровье. Я помню, когда Сэйшуан был пятиклассником, она внезапно сильно заболела и была госпитализирована. По мнению Тиэлина, дальнейшее лечение было бесполезно. Он подписал уведомление об отказе от лечения. Вот уведомление об отказе от лечения. В нем указывается потенциальный риск и результат добровольной выписки из больницы на данном этапе. Сэйшуан, пойдем отвезем ее домой. Сэйшуан! Шуан, пойдем ужинать? Ты так полон энергии, не устал? Мы были заняты пару дней, пойдем отдыхать. Я измотан, и мне нужно отдохнуть, можешь идти. Что ты хочешь сделать? Я боюсь тебя. Ты ешь? Самонагревающийся горшок, ты пробовал? С мясом. Твой ужин слишком простой. Выключи свет. Зачем? Выключи, я помогу тебе почувствовать себя лучше. Три, два, один. Ужин при свечах. Это все? Подожди. Так романтично? Это лучшее, что я могу сделать в данный момент. Когда мы встретимся, я устрою тебе ужин при свечах. О. Ты все еще злишься? Я нападал не на тебя, а на моего отца. И что? Извини, я не должен был быть таким. Когда я вернусь, поедим хого. Один у меня есть, обойдусь без твоего.
Кстати, он недавно был в доме престарелых? Я могу встретить его где-нибудь еще. Например, в больнице. Что-то с дедушкой? Не с ним. Твой отец госпитализирован из-за гастроракии и из-за чрезмерного употребления алкоголя. Но врач сказал, он скоро поправится. О боже. Ты попала в его ловушку. Хоть дедушка это отрицает, у него доброе сердце. Может, на этот раз он простит моего папу? Не демонизируй своего отца. Я проверила его лицензию. Это его машина. Я не думаю, что он вернулся за деньгами. Проверила его лицензию? Ты шпион? Для кого я это делала? Большое спасибо. Во всяком случае, я до сих пор считаю это довольно странным. Мне нужно позвонить и запретить дедушке. Встань и дай мне сесть. Отлично. Садись, если сможешь столкнуться с поражением. Сенсей? Бугаусин, когда ты сможешь обыграть меня хоть раз? Я умоляю тебя сделать это. Не будь высокомерным. Хоу, я сегодня проверил альманах. Сегодня никто не сможет победить меня в шахматах. Какой? Прошлогодний? Лошадь. Проигравший сегодня должен пригласить нас на паровые булочки из Хуайан Чунь. Хорошо, нам так повезло. Так ты теперь слышишь? Это же хорошая новость. Я что, идиот? Чтобы проигнорировать ее. Иди сюда, Го. Пойдем есть булочки с начинкой на пару. Булочки Хуайан? Кажется, сегодня он счастлив. Его сын лежал в больнице. Вроде он в порядке. Откуда ты знаешь? Я не такой, как они. Потому что я наблюдательный и находчивый. А? Убери это. Отказываюсь. Разве ты не говорил мне, что мужчина должен быть терпимым? Я буду терпим, если ты уберешь это. Не буду. Если нет, я не буду терпеть тебя. Успокойся, Ге! Признай свое поражение! Кто? Ты! Не принимай близко к сердцу! Пойдем ужинать! Помни, что ты проиграл! Я должен тебе сказать, твое лицо сжимается, как булочка на пару! Я могу тебя угостить! Го! Пойдем! Го! Хватит! Мое угощение не потому, что я проиграл! Го, пошли! Пойдем поедим на славу! Спасибо, что пришли, осторожно! Добро пожаловать. Сюда, пожалуйста. Я хочу съесть 7, хорошо? Я угощу тебя сегодня едой. Угощайтесь! Угощайтесь! Здесь сядет хозяин. Пусть сядет здесь. Директор Го, попробуйте. Пожалуйста, присаживайтесь. Го! Нам будет выгодно управлять вторичной платформой. Волнуетесь, что вероятен риск? Что такое риск? В дальнейшем он станет бурей. Но если мы бросим это дело до бури, то заработаем много денег. Точно? Давай тост. Ваше здоровье. За благополучие. Ваше здоровье. Папа, ты чего здесь? Это мой отец. Господин, присаживайтесь, пожалуйста, угощайтесь. Ты в порядке? Снова поднимаешь стакан? Перестань. Я разговариваю с друзьями о делах. Да, он прав. В чем дело? Вы ведете с ним дела? Да, да. Я не знаю, получит ли он ваши деньги или нет, но не пытайтесь получить его деньги. Господин, вы слишком много думаете. У него нет денег. Его не волнуют практические вещи, только виртуальные. Даже деньги, о которых он заботится, виртуальны. Возможно, однажды в будущем он будет питаться иллюзиями. Виртуальные деньги? Господин, вы имеете в виду криптовалюту? Криптовалюту? Да, именно.
Директор Го, вы вообще знаете про криптовалюту? Это круто, я не хочу сейчас есть. Я пережил сильный удар. Тогда вы старший. Как говорится, криптовалюта на день, выгода на год. И это ускорит развитие нашей вторичной платформы. Это правильно, но так играть нельзя. Вы не знаете, но это было действительно тяжелое время. Мне могло повезти 17 раз. Что ж, угадайте, сколько в итоге я заработал? Сколько? Всего 8 раз. Видите? Акции! Знакомьтесь, дяди, это не акции, криптовалюта. Я не так много заработал. Всего 8 раз. Вы дураки? Я раскрою его тайну. Давайте, пойдем. 8? Криптовалюта? Вы хотите остаться здесь, чтобы послушать его хвастовство? Идем. Готьелин, ты действительно хорош. Так очарователен. Да. Снова ты? В чем дело? Давно не виделись. Бизнес идет хорошо. Я немного заработал. Вот подарок. Нет, отправьте отцу. Не стоит. У каждого есть отец. Идем за мной. Увидимся. Скорее. Женьшень в таблетках для 212-й. Отправь для 215-й. Хорошо. О нет, слишком много сахара. Дайте подумать, все в порядке. Отнесите лечебный травяной чай в комнату 215. Посмотрите, какой выдающийся у него сын, даже присылает нам подарки. Я согласен. Мой сын давно не приезжал ко мне в гости. Видите, я должен позвать его, чтобы он приехал. Алло? Вы не приходили ко мне? Больше месяца. Бабушка Гуй. Можешь дать одну малышу? Конечно. Как насчет таблеток женьшеня? Держите, здорово. Папа, у каждого здесь есть подарок. Вот что осталось. Возьми и съешь сам. Можешь справиться со своим изъяном? Обязательно сообщать другим, что ты богат. Папа, почему ты до сих пор так думаешь? Разве быть богатым проблема? Разве так сложно быть ловким? Есть те, кто способнее тебя. Осторожнее с махинациями. Мой дорогой отец, можешь пожелать мне добра? Это современное общество. Твой сын нашел правильный путь, и он будет настойчив в этом. Не беспокойся об этом. Дождись своей счастливой жизни. Я подарю тебе лучшую жизнь. Кстати, когда Сэньшуан вернется? Я все устрою для него. Я нашел ему хорошую компанию. Лучше отпусти его. Я думаю, он более перспективен, чем ты. Видишь? Когда он вернется? Я должен напомнить тебе, что Сэньшуан тебя не любит. Он звонил мне специально, чтобы не давать тебе мою пенсию. Почему ты так думаешь? Я заработал много денег. Твоя пенсия слишком мала, чтобы купить машину. Твоя пенсия? Скажи мне правду. Каким бизнесом ты занимаешься? Речь идет о высоких технологиях. Ты не поймешь. Во всяком случае, высокая прибыль. Есть ли риски? Естественно, риски есть во всех сферах. Папа, риск подобен буре. Если я, подобно прогнозу погоды, смогу точно предсказать ее приход, я получу всю прибыль,
и благополучно уйду до бури. Риск перейдет на других людей. Что ты имеешь в виду? Передача. Если да, что с ними будет? Не мое дело, это их личное дело. Что ты делаешь? О чем ты только думаешь? Что ты хочешь сделать? Теперь это секрет. Папа, идем со мной. И ты сможешь принять окончательное решение. Что думаешь? Меня это не интересует. Пожалуйста, пойдем со мной. Обещаю, ты останешься доволен. Босго. Босс. Не называйте его Босго. Это слишком низко. Тогда как называть? Называйте его Директор Го. Директор Го. Приятно познакомиться, дядя. Директор Го, говорят, можно заработать большие деньги. Не такие уж и большие, немножко. Ты слишком скромен. Для нас это очень важно. Он прав. Хотя мы ничего об этом не знаем, мы верим в Го. Мы дружим годами. Ты его сын, ты нас не обманешь. Конечно, нет. Вот так. Директор Го, мы надеемся, что ты сможешь нас привлечь. Без проблем. Вот моя зарплата. Да. Подождите, я не могу это взять. Это ваша пенсия. Вот почему мы отдаем ее тебе. Верно? Нет. Я не могу это взять. Мне нужно напомнить вам, чтобы вы оставили ее себе. Никогда не отдавайте ее другим. Я согласен с одной идеей. Нет жадности, нет проблем. Верно. Вы старые друзья моего отца. Да. Скажите ему, если вам понадобится помощь. Я помогу вам любой ценой. Но я действительно не могу забрать деньги. Подождите. Директор Го. Мне пора. Берегите себя. Он думает, мы слишком бедны, чтобы присоединиться. Вы здесь, директор Е? Господин Го. Я хочу отправить отцу подарок на этих выходных. Не могли бы вы составить ему компанию? Пожалуйста. Увидимся в эти выходные! Господин Го, рады вас видеть. Мы посетим тот, который я забронировал в Анжуке? Да, отлично. Я привел сюда своего отца. Он примет окончательное решение. Понимаю. Господин? Выйдите из машины, пожалуйста. Осторожно. Пойдемте этим путем, чтобы посетить дом. Жилой комплекс славится содержанием кислорода в этой местности. Посмотрите на зеленые растения здесь. Господин, сюда, пожалуйста. Папа! Господин! Я запер машину. Ну уже. Пойдем посмотреть. Сегодня мы посмотрим большую универсальную квартиру. Около 380 квадратных метров. Лучшая в нашем жилом комплексе. Посмотри на это. Сюда. Дедушка Го, это так красиво. Ландшафтный дизайн получил награду. Хотя другие новостройки заимствуют его дизайн, им не хватает денег на такое количество зеленых растений. Уход за искусственным озером ежегодно обходится дорого. Красивы не только пейзажи, но и дом. Папа, давай посмотрим. Господин, смотрите под ноги. Это лучшая усадьба жилого массива. Около 380 квадратных метров. Заходите, пожалуйста. Смотрите, здесь есть все. Декорации, мебель и бытовая техника. Вы можете сразу въехать. Большая гостиная. Вокруг района очень удобные условия. В 50 метрах от ворот находится парк. Рядом с парком... Подожди.
Папа, тебе нравятся подвесные лампы? Почему ты попросил меня приехать? Чтобы купить дом. Купить? Зачем? Папа, раз уж я вернулся, как я могу позволить тебе продолжать жить в доме престарелых? Извините, директор Е. Не могу выразиться иначе. Ничего, продолжайте. Я пойду посмотрю на остальные комнаты. Господин Го, мы будем ждать вас снаружи. Хорошо. Папа. Пап, я годами выживал на улице. Самое болезненное для меня – это отсутствие семьи со мной. Поскольку я добился успеха и разбогател, моя единственная надежда, что мы сможем жить вместе, смотреть телевизор и готовить еду каждый день, как нормальные люди. Разве не мило? Что не так? Не будь высокого мнения о себе. Ты просто обычный парень. Ладно. Я обычный. А ты нет. Ты шеф-повар высшей категории, верно? Папа, сюда. Посмотри, что я приготовил. Я приготовил тебе подарок. Иди, посмотри, хорошо? Сюда. Поверни налево. А потом поверни направо. Ну как? Что думаешь о кухне? Посмотри на вид снаружи. Освещение очень хорошее. Я выбрал его, потому что мне нравится кухня. Посмотри на столешницы. Достаточно большие, чтобы вместить все твои вещи. Сколько будет стоить дом? Не обращай внимания. За него не нужно платить. Ты будешь его владельцем. Я? Ты глава нашей семьи, так кто же еще может быть его хозяином? Ты глава семьи. Не льсти мне так сильно. Подпиши на свое имя. Или имя Сэньшуана. Рано или поздно он будет его. Если он станет хозяином, то завещание и домашние обязанности можно не выполнять. Пап, тебе нравится? Согласен? На это. Я не ради себя. Думаю, что Сэньшуану хорошо иметь такой дом, чтобы жить своей жизнью. Дом достаточно большой, чтобы вместить много детей. Вот и все. Папа, ты видел его девушку? Приведи ее ко мне потом. Кстати, о детях. Пойдем на второй этаж. Давай. Присоединяйтесь к нам, директор Е. Дайте нам совет. Пойдем на второй этаж. Давайте, дедушка Го. Твоя комната на первом этаже. Больше никаких лестниц. Идем на второй этаж. Осторожно. Что насчет кровати? Достаточно ли большая? Сэньшуан может спать на ней со своей женой. Моя комната находится на другой стороне коридора. А ванная? Как хороша. Директор Е, что вы думаете? А дедушка Го? Посмотри, как здесь. Какой прелестный вид. Посмотри на озеро и закат. Как красиво. Если хочешь, я куплю для нас маленькую яхту, чтобы порыбачить в озере. Если не захочешь двигаться, я поставлю здесь шезлонг. С чашкой лучшего чая Лунцзин можно сидеть здесь и наслаждаться великолепным пейзажем. Сэньшуан и его жена могут играть со своими детьми в саду. Ну что, разве это не мило? Папа, перестанешь это проверять? Тебе просто нужно его подписать. Анжук – большая и гарантированная компания. Нет. Что, если это твоя ловушка? Он шутит. Сёмой, проверь это ради меня. Что ж, дедушка Го, это стандартный договор о покупке дома в нашей стране. Проблемы возникают редко. Control our
桌上的数字删掉，伴随着身边来往的欢闹，时间像生日蛋糕，一道一道被层层围住的心初陪我吃蛋糕的人，你的白发又多了几根，每次送来的祝福都那么认真。最初给我唱儿歌的人，你总是不嫌弃我笨，一遍遍地教我直到夕阳时分。算一算你曾陪我的时间是很多年，而我陪你的时间每年只有那几天。想一想我们聚少离多，很久未改变，从不舍到疏远，牵挂被分割成碎片，才发现你的耳朵已经渐渐听不见，而我的记忆还停在